Утром нам бывает так непросто начать новый день, отойти от прекрасного сна, бурного вечера или выходных. Как набраться бодрости на целый день? 5 минут утренней зарядки помогут проснуться и поднять настроение, ускорят метаболизм и снабдят мышцы и мозг кислородом. От зарядки нужно получать удовольствие, поэтому включайте любимую песню и вперед. Для начала разомнем шею, плечи и спину. Нам понадобится таймер. Каждое упражнение выполняем в течение минуты. Первое упражнение – приседания с приставными шагами. Спину держим ровно. Ноги сгибаем под углом 90 градусов. Приседаем не слишком низко. Второе упражнение – уголок. Ноги наверху, тянемся к носкам. Третье упражнение – боковая планка. Тело в одну линию. Локоть строго под плечом. На каждой стороне стоим по 30 секунд. Четвертое упражнение – махи прямыми ногами, ладони под плечами. Выполняем 15 раз на каждую ногу. Пятое упражнение – отжимания. Ладони чуть шире плеч, локти в сторону. Держим тело в одной линии. Чтобы зарядиться энергией, отлично подойдет завтрак с цельными злаками, ведь они содержат сложные углеводы, которые поставляют организму энергию и при этом содержат мало жиров. И даже если времени в обрез, никогда не отказывайтесь от утреннего приема пищи. Теперь можно идти в душ и гордиться, что мы победили свою лень. Всем продуктивного дня!